Хорошая новость для Джалалабада. Возобновлены работы по расширению и реконструкции центральной улицы имени Ленина. По ее завершению горожанам станет жить комфортнее. Продолжит Эльнура Молдокадырова. 6 лет назад была запланирована работа по расширению улицы Ленина. В этом году жители предупреждали, что для ее расширения хозяевам 38 домов придется пожертвовать своими заборами. В числе них Кайратбек Токтосунов. В принципе, не жалеет 6 соток земле, потому как понимает, все это для комфорта самих же горожан. Расширить улицу давно пора. Машин в городе стало слишком много. Все это для будущего нашего Джалалабада. Каждый год к нам приезжают гости, и нам теперь перед ними не будет стыдно. Кстати, жители жертвуют своей территории не бесплатно. Всем им мэрия выплатит компенсацию. А вот заборы 3 жителей были построены незаконно. Независимая комиссия определила за 1 квадратный метр 1000 сомов, а хозяевам магазинов по 2000 сомов за квадратный метр. Работы по расширению улицы Ленина были начаты в прошлом году. В этом году начался второй этап работ. Улица станет длиннее, более чем на 450 метров. Многие улицы нужно расширять и удлинять. Водителям стало бы комфортно, если бы нанесли дорожные разметки. Строительные работы планируется завершить до осени этого года. Тем временем мэрия проводит разъяснительные работы среди жителей. Все они согласны со сносом заборов. Эта улица самая оживленная, центральная. Многие просили расширить ее, что мы и делаем. Для этого из местного бюджета было выделено почти 12 миллионов сомов. Ширина улицы Ленина вместе с тротуарами будет составлять 29 метров. Эльнура Молдокадырова, Осмон Уламсадыров, Алмаз Атаров, Общественный, Первый канал.